Николай спрашивает, типовые дефекты надо собирать? Нужно, да. Нужны ли справочники дефектов, проблем, причин? Нужны. То есть, если вы не делаете именно типовые справочники, именно дефектов, люди будут писать все, что они захотят. Соответственно, задача анализа тех же самых причин дефектов, она превращается с точки зрения там, анализа просто в кошмар, да, перебрать. Эти записи, да, руками, ненормализованные, это, можно сказать, невыполнимая задача. Если есть справочник видов оборудования, к этим видам привязаны виды дефектов, и пользователи фиксируют дефект привязки к оборудованию, то задача надежника, инженера по надежности, это выбрать эти записи и сделать, собственно, анализ.